І про резолюцію, і про формулу миру більш докладно будемо говорити з Андрієм Бузаровим, міжнародним оглядачем. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Здравствуйте! Отже, формулу миру Володимира Зеленського можуть проголосувати на Генассамблеї ООН вже завтра. Скільки країн вже підтримали наш план і на що ми розраховуємо за результатами Генассамблеї? Ну, я думаю, что сам факт, что подобный вопрос ставится на таком серьезном уровне, это уже достижение. И это хороший тест для международного сообщества, для стран, которые еще не определились, поскольку большая часть стран цивилизованных и тех, кто на пути к цивилизации, они давно уже поделились, что поддержат Украину. Для нас завтра будет понимание, окончательное понимание, кто, условно говоря, с нами, кто еще не определился. И увидим союзников, скрытых и не скрытых союзников России. А ця резолюція в практичній площині, що вона дасть, окрім засудження на папері? Я думаю, это будет хороший старт для начала возможных юридических процедур, дополнительных мер по созданию средств давления на Российскую Федерацию. Первое – это санкции. Второе – это юридический механизм привлечения к ответственности в будущем виновных лиц. В-третьих, это разработка соответствующих компенсаторных механизмов. То есть все, что создается на уровне Генассамблеи ООН, это рано или поздно вложится в серьезные международные механизмы как юридического характера, так и политического характера. Поэтому, без сомнения, это, я считаю, шаг вперед. Мирний план і запропонував Пекін. І чи є шанс у Китаю просунути свої пропозиції? Чи може бути небезпечною для нас китайська оця формула миру? Адже всі казали, без України нічого не вирішується. Я присутствовал на Мюнхенской конференции по безопасности 2023. Я видел выступление Ван И, советника Си Цзиньпиня по внешнеполитическим вопросам. Я думаю, что Китай, прежде всего, беспокоится о своих интересах и о своих отношениях с Украиной и с США. Ему интересы России мало сейчас интересны. Поэтому инициатива Китая по миру или по каким-либо факторам стабилизации ситуации на геополитическом уровне, они важны прежде всего Пекину. Поэтому я думаю, что для Китая сейчас хорошая возможность нормализировать отношения с западными странами, а не сблизиться с Россией. И вот то, что было в Мюнхене, и то, что сейчас делает Ван И, представитель Китая на международной арене, поездки различно. Это попытка Китая сохранить отношения с Западом, не падая в направление Ирана и России, скажем так, поскольку там уже все понятно. А вот для Китая сейчас хорошая возможность сохранить отношения с Украиной и с США. А в чому вони зацікавлені? Для чого їм ці стосунки? Це для збереження ринків чи для чого? Вы знаете, на Мюнхенской конференции неоднократно повторялся тезис о том, что главный торговый партнер Китая на сегодняшний день – это США. И США – главный торговый партнер Китая. То есть отношения между США и Китаем очень хорошие в экономической плоскости. Напомню, что и до сих пор в Киеве находится Фан Сен, чрезвычайно полномоченный посол Китая, и ни разу за год войны не было ни одного резкого заявления со стороны нашего Министерства иностранных дел по отношению к Китаю. Более того, министр Кулеба, в принципе, достаточно корректно высказывался по отношению к Китаю, и Китай по отношению к Украине. Поэтому я думаю, что Китай всячески будет использовать ситуацию для того, чтобы не сближаться больше с Россией и сохранить хорошие отношения экономические с Западом. Если же не удастся сейчас инициатива Китая в ближайшие 2-3 месяца, какая-либо связанная с сближением с Западом, я не исключаю, что Китай может пойти на серьезную операцию, связанную с Тайванем. Але це більш нагадує ті умови, які вони пропонують, це до кордонів 24 лютого минулого року. Це більше схоже якось на нейтральну таку позицію і вашим, і нашим. А ви кажете, що вони відсторонюються від Росії. А які ознаки є, що вони відсторонюються від Росії? Я думаю, що нам потрібно дождатися ситуації, коли Китай окончательно в ближайшие, я думаю, дни, а может недели, представит свое видение ситуации. Но интуитивно чувствую, как международный обозреватель, как востоковед, и побывав на Мюнхенской конференции еще раньше в Давосе, что, скорее всего, формула мира Китая, она вряд ли устроит западные страны, вряд ли устроит, прежде всего, Украину, вряд ли устроит даже США. Поэтому это, скорее всего, попытка Китая показать свою возможность общаться и с США, и с Российской Федерацией. Не более того. Особо сильно я не очень верю в формулу, в конструктивную формулу китайской стороны по решению этого очень сложного геополитического конфликта. Можуть претендувати китайці на позицію медіаторів? Я думаю, что они хотели бы быть в данной ситуации медиаторами, для того, чтобы в будущем не ухудшить свои экономические отношения с США и сохранить хорошие отношения с Украиной, соответственно, с Европой. Но Россия – это та сторона, которая не заинтересована в подобном развитии событий. И я не думаю, что Россию устроит позиция Китая как медиатора. И России бы выгодно было, чтобы Китай был на стороне России, в том числе в военном плане, поддерживал Россию военно. Китай этого явно не хочет. И поездка такого высокопоставленного чиновника, как Ван И, на Мюнхенскую конференцию была неожиданностью. И это был сигнал со стороны Китая Западу, что Китай хочет сохранить отношения с западными странами. И это делает. И я думаю, это не очень-то и понравилось и российской стороне, понятно. Но пока еще вопрос открытый, с кем будет Китай. И Китай для себя сам не определился. А не стало це реакцією на те, що у НАТО нещодавно висловили занепокоєння тим, що КНР може постачати зброю в РФ? МЗС Китаю одразу спростували такі варіанти, але ми пам'ятаємо, як і Іран заперечував їхню співпрацю в наданні озброєння. От чи можуть все ж таки справдитися погані очікування, що Китай поставлятиме озброєння Росії? Якщо будуть факти, которые мировому сообществу представит или наша сторона, или украинская сторона, или западные наши партнеры, тогда, я думаю, это будет точка на ближайшие 10-15 лет в каких-либо конструктивных отношениях Китая с западными странами. И я уверен, что в ближайшее время, в ближайшие месяцы, сложно что-то прогнозировать там, на полгода, на год, Китай не пойдет на военную поддержку открытую России, как бы ситуация ни складывалась для России. То есть Китай будет максимально в военном плане нейтрален. Он не совсем в политическом плане нейтрален, но в военном плане нейтрален. Не стоит удивляться такой точки зрения, потому что в самой Европе не все страны еще до конца определились в поддержке Украины. Но Китай, мне кажется, все сделает для того, чтобы выиграть максимальные ситуации, то есть показать, насколько он важен для США и насколько он важен для России как союзник в будущем. Я все-таки ставлю на то, что Китай рано или поздно будет бежаться с западными странами. С Россией, мне кажется, экономически и в военном плане это достаточно опасно в нынешней геополитической ситуации. Я вам дякую за вашу розповідь, за ваші відповіді. Це був Андрій Бузаров, міжнародний оглядач.